13 апреля. Деньки бегут, бегут, бегут. И вот хочется поговорить о жизни нашей внутренней. То есть, что творится в сознании. Самоконтроль за мыслительным процессом. Что там у вас в голове творится? Вот встали. С какими мыслями встали? Откуда они берутся? Кто там навевает какие-то новые мысли, какие-то эмоции. Чувствуете, где вы, это вы, а где что-то лезет такое непотребное. Аж удивляетесь сами себе. Какие-то мысли о жестокости, какие-то мысли там о разврате. Какие-то мысли, еще чего-то там такое. То есть откуда это? И готовы ли вы это контролировать, сдерживать, отвлекаться, работать с этим? Или что там идет, то и идет. Вот это очень интересный вопрос о внутренней жизни нашего сознания. И тут очень интересное наблюдение. Можно так сказать, наводка идет какая-то. Кто ее наводит на вас? Вот. И чему вы это способствуете сами этой наводке? Где эти вот, как бы сказать, причинки, нюансы, которые позволяют внедряться в ваше сознание совершенно чужим мыслям? Навязывать какие-то действия, быть не самим собой. Ну вот это вот такие вот эти очень интересные вещи, связанные с работой нашего сознания, с разного рода наводкой на наше сознание. Ну, например, песенку услышали и начали там ее там в голове вертеть. Либо там какую-то передачу посмотрели, ага, направление мысли пошло туда. Либо вообще без ничего там. Вот как бы сказать, это свойственная вам черта характера. Вот так вот мыслить, а не иначе. Ну и в конце концов, так вот проследите логику своих мыслей, если вы последуете за этой мыслью. К чему она может вас привести в итоге? И спросить себя, а вот этот итог мне нужен или не нужен? Вот такая вот интересная вещь я за собой так замечаю. Я об этом уже рассказывал, говорил. Так, внутренняя жизнь нашего сознания. Из глубинных вот этих вот побуждений, вот этих вот мыслей, которые вытекают, строится наше благосостояние, ну, естественно, здоровье. Мы все тут думаем, что вот, оно как-то так не имеет особого отношения к нашим мыслям. А нет. Да, где мысли наши, там и мы сами. Кстати, пришлось мне машину возле берега Терни ставить. Ставлю здесь вот, в парке. Здесь примерно оставлял машинку мой покойный, хороший знакомый. В этом году его не стало. Вот.
насколько вас поглощают заботы, мысли, насколько вы способны из этих пут вырваться. Так сказать, отстоять самого себя. То есть каждый человек внутри, он и добрый, и светлый, и любящий. Но вот почему-то эти все качества в течение жизни претерпевают изменения. И человек разучивается любить. Оказывается, легче ненавидеть, чем любить. А ненависть это уже вы впустили в себя совершенно иные силы, разрушающие, а не созидающие. Вот об этом подумайте. То есть мы гоняем паразитов материальных, но все начинается с тонкоматериальных паразитов. Вот. Материальных-то можно вывести, а вот тонкоматериальные, они уже, это фазан кричал, они уже крепко нас повязали своими сетями, и за ними уже следуют и физически. Кстати, пришли мысли в связи с нашей внутренней работой сознания. Какие мысли? Вот когда, я помню, настраиваешь сознание на определенный лад. И вот сейчас я понимаю, чувствую, что тебя берут шефство над тобой силы светлые. Ты полон энергии, какие-то там творческие вещи через тебя идут, типа стихов, там настроение прекрасное, все такое. Вот, как бы сказать, шефство над тобой взято, энергия над тобой вот, есть, дается все это тебе для того, чтобы ты, как бы сказать, благости делал. Потому что тонкий мир взаимодействует через тебя. Он не через кого-то взаимодействует. Он взаимодействует через человека, который кое-какие вещи понял в этой жизни и стремится им следовать. Это очень важно. И вот такому человеку помогают. Вот его как-то окружают. Вот он является проводником. И опять-таки я заметил, как только меняется ход мыслей, строй мыслей на какой-то такой несколько извращенный, плохой, то сразу же вот это шерство над тобой, оп, и исчезает. Исчезает, и все, ты, знаете, такой, как оголенный. Вот вы там расспрашиваете, воздержание полезно половое или нет. Ну, будем говорить. Если у вас нету супруги, близкого человека, противоположного пола, то, пожалуйста, там, воздержание там. А если такое воздержание будет в ущерб, то жизни супруга, супруги, то это тоже как-то, так сказать, не то. То есть разного рода есть воздержание, есть такое интересное тантрическое взаимодействие, когда вы, значит, вырабатываете энергию, обогащаете ее. То есть такие есть интимные отношения, в результате которых семя не теряется, зато энергия возрастает, обогащается у обоих участвующих в этом процессе. Вспоминается рассказ знакомого. Он решил поголодать, также подготавливался и думает, ну-ка сейчас я как насухо, недельки там, три, наверное, где-то он, поголодаю. Ну вот,
Это, по-моему, лето как раз было. Летом сухое голодание вообще оно растаскивает человека. То есть такая, такой расслабон идет. Сильнейший. Особенно вот когда голодание сухое. Ну и вот он где-то там недельки там, на третьей, наверное, недельке у него лежит. Он говорит, я лежу в корыте с водой. Пить не пьет, но... То есть вот так как-то он там что-то там контактировал. И, значит, ему в тонком видении является, как он говорит, йог. И говорит, фу, что-то там занимаюсь. Вот смотри, что надо делать. И говорит, берет мое тело, вешает на веревку, прищепками прищепил, говорит, и с него разная ерунда там течет, 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 течет. То есть это грязь. Вот, как бы произошло очищение, ему помогли. Ну и что, говорит, я начал выходить из голода этого. И у меня, говорит, появилась сила. Неимоверной энергии столько, что говорит, ну вот это ощущают люди вокруг тебя, особенно говорит, ощущали женщины. Они буквально от моего присутствия им становилось хорошо. И он вот эту энергию не знал, куда девать, во что ее направить. Так примерно продолжалось полгода. Он, значит, так вот фонтанировал не в ту степь, ну, не знал, куда ее девать, эту энергию. И в результате все это спустил, и на этом все и закончилось. Поэтому вот здесь вот копите энергию, и естественно рассказывают, что когда у человека много энергии, открывается, значит, ясновидение, яснослышание, такие, мол, вещи. И опять-таки, вот они откроются, чисто так гипотетически мы с вами рассуждаем. И на что вы будете это использовать? На что? То есть, как правило, начнется любопытство. Ага, а посмотри туда, а посмотри сюда. И вот это любопытство используют темные силы тонкого мира для того, чтобы вас через это поработить, через это захватить. Поэтому вот я вам рассказываю вот в календаре о тех или иных святых, как у них получалось, что они нарабатывали эти силы, шли по лестнице духовного совершенства, как это было у них с тем, чтобы вы не попали в лапы темных сил, которые так лихо все это дело закручивают, и невольно вы становитесь их проводниками. Вот поэтому я и начал беседу с того, а что за мысли проходят у вас через ваше сознание? Чем они вызваны? Кем они порождены? И почему именно через ваше сознание все это дело идет? Видите, как с чего все начинается и чем это все может окончиться? То есть простое, будем говорить, как бы сказать, накопление жизненной энергии. Вот. Далее использование ее, в каких целях вы ее будете использовать, для чего. И в итоге получится, к чему вы присоединитесь. То есть для того, чтобы присоединиться к нужному, уже говорим, эгрегору, к нужным силам, нужна целенаправленная работа. А если этой целенаправленной работы нету, как бы сказать, о, вот она тебе энергия, вот куда, что ты там будешь делать, то эту
энергию и вас как проводника будут использовать в своих корыстных целях совершенно чуждые силы, которые в конце концов могут погубить. И так часто это и происходит. Кстати, такое наблюдение. Почему большинство артистов, талантливых артистов, в конце концов, заканчивают жизнь в жестоком алкоголизме и наркомании? Плата за творчество, которое не могли, вот вертится слово удержать, не столько удержать, как направить в правильное русло, справиться с этим творческим потоком, который может идти как от светлых сил, так и от темных сил. Видите, мы как-то перешли потихонечку к таким понятиям темные силы, светлые силы. И тем не менее, это все присутствует в нашей жизни, и причем распространено настолько широко, что, как говорят, идет битва за каждую душу. Куда ее притянуть, светлую или темную? И пока что темная сторона с большим перевесом побеждает. Поэтому и мир такой. Сплошные войны, сплошная какая-то нервотрепка из-за каких-то там бытовых вещей, типа мусора, оплата там, ЖКХ или еще что-то. И т.д. и т.п. Видите, цветет абрикоска уже вовсю. Вот она. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!